Всем привет, друзья! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Одиссея. И Алексиус встретил наконец-таки свою мать. Да, мать вашу. Свою мать он встретил. Итак, после встречи с матерью я тут прокатился немножечко. Ну совсем прям чуть-чуть вот сюда. Да. А знаете почему? Там по одной простой причине, потому что у нас есть задание Критский бык, и нам нужно его найти, а он находится именно вот здесь, в Мирасе. Так, значит, он находится где, блин? В западной части поля жарких сражений. Итак, поля жарких сражений, его видели на болоте. Ну и где, блядь, болото здесь у вас? Вообще, вот это очень похоже на болото, да? Ну, скорее всего, это болото. А может, не болото. Ну, какое-то водянистое место. Ну, давай, наверное, сюда и проскачем. А чё нам терять-то? Нам-то пофигу. Кстати, смотри. Я проплывал мимо большого корабля. И вставил одним пиратом пиздюлей. Получил вот такую вот кирасу. Ну, как бы это не кираса, а деяние пирата. Ну, не знаю. Оно поплотнее по навыкам, чем наше. Поэтому я его одел. Потому что наше прокачивать это вообще, это просто трындец. Что это здесь за лужа, я не понял. Малака, поблизости последователи Ареса. Блять. Что, правда, что ли? Не хочу я с ними связываться. Хотя, может, пиздюлей дать. Да ну их в жопу, не хочу я их трогать. Пусть гуляют. А пусть гуляют пока что. Блин, опять проскочил, по-моему, железо я. А да, кстати, заметил еще одну хрень. Короче, обсидиановое стекло. Можно неплохо разжиться им. Просто убивая людей на корабле и грабя большие корабли. О, кошак. Кошак. Блять, киса, ну за что? Ладно, я-то. А лошадь давай, за давай. Что? Взяла, ударила мою лошадь. Ну не дура ли, а? Тихо. Что-то я проскочил здесь. Подожди, а где маркер? 38 метров. Давай. Так, маркер-то здесь, но это не тут, явно. Элла. О, блядь. О, это бешеная штука. Которая прыгает всем на спину. Рысь. Это натуральная рысь. Опасная, кстати, хреновина. Кто это, блядь, в меня стреляет там? Идите нахуй. Вообще уже обнаглели. Я никого не трогал, хотел избавить человека от рыси, а в меня начали стрелять. Дебилы. Так, кожа. Кожу нужно забрать. Давай. Все, кожу забрал, это хорошо. Короче говоря, я не знаю, где этот сраный бык. Элла. Надо Икара запускать. Все, я нашел. Да! Кто, блядь? Кошатина опять. Я нашел местонахождение быка. Сейчас я вот с этой дурой расквитаюсь. Ну вот нахрен ты ко мне лезешь, а? Ну вот зачем? Жилось тебе спокойно в этих прериях. Ловила мышей. Ну и ловила бы нахер дальше. Нет, блять, надо было на меня напасть. Так. А вот знак вопроса. Поехали. Ой, я что-то вижу, что-то блестит. Че, а где бык-то сам? Вот это да! Отец Минотавра! Да, нихера себе у него рагули! Ну что, давай как всегда делать. Забегаем. Нападаем. По-другому никак. Сначала мы немножко ему вставим пиздюлей. Кстати, наверное, нужно было посмотреть на стрелы. Сейчас я посмотрю на стрелы. О,
Самое оно. Самое время посмотреть на стрелы. Хватает ли у нас стрел? Потому что эта скотина сейчас же начнется. Бадание рогами, блядь. О, я ж тебе говорю, уже стоит. Словил? Ебать, и я словил. Хорош! Да хорош ты, блядь! Да вали ты нахер! Чё ты, блядь, так взбеленился-то? Я ж тебя сначала вообще не хотел трогать. Думаю, хороший бык. Может, поживет еще чуть-чуть. Посмотри, что он, блядь, утворяет. Ебанутый какой-то. Надо свалить от него немножко. Ебанутый бык какой-то вообще. Словил? Вот долбанавта. Да ладно, хватит. У меня стрел теперь хватит на тебя. Что-то не особо хочется к нему подходить, вот такой зверюги. Вообще прям не хочется подходить. Да ладно, ну что-то прям такой злой-то. Хотя я, наверное, тоже бы одичал, если бы жил бы один бы здесь. О, началось, блядь, посмотри. На! Отъебись. Все, труп. Итак, шкуру мы получили. И что говорится? Так, отдай стрелу-то, блядь. В жопе торчит стрела и не отдает. Кстати, здесь может быть что-нибудь есть у него, а? Какой-нибудь сундучок гребаненький, нет? Ты понял, и сундука, короче, нет. Убейте легендарное животное. Да я уже убил. Вот оно, дохлое валяется. Видишь, вот, все. Могу встать возле него, вот, если вот, да, вот, ага, вот так. Фу, какое солнце, прям в глаза. Короче, теперь нам нужно 13780, почти, короче, 14 километров вернуться к Дафне. Я не знаю, что мы за это получим. Какую-нибудь хиромантию, 100%. Ну а что, давай вернемся к ней, заберем причитающееся нам добро. А сюда теперь мы можем вернуться в любое время, потому что я здесь посетил две точки обзор, ничего больше интересного тут не было. А какой-то вообще сраненький регион, на самом деле. Так, что тут надо? Что-то, блин, надо было мне. А, вернуться ж сюда нужно было. Сейчас вернусь. Давай переместимся. Да, переместимся, говорю. Замечательно. Мы уже практически у Дафны. Давай нам награду. Награду давай. Вот она. Ну, давай. Охотник, рада нашей встрече. Да я тоже, в принципе, рад. Кстати, это единственный персонаж более-менее красивый с точки зрения женского пола. Так, у меня есть шкура критского быка. С этой быка. Шкурой бык долго не хотел расставаться. Что, блядь, за слово? Ты великолепен. Так, у меня много опыта. Да, нет. Было непросто. Меня поразил этот бык. Что за дивный мир дали нам боги? Говоришь прямо как дочь Артемиды. И что, теперь убиться, что ли, мне прямо об угол дома, если я говорю так же, как дочь Артемиды? Что получили? Одеяние верховной жрицы Артемиды. То есть бабское одеяние, что ли, получили? Стопэ. Что, вы гоняете, что ли? Ну, подожди. Даже снаряжение, открой, пожалуйста, да. Что это, блядь, такое? Так он будет голый бегать? Да ну нахер, вы что, издеваетесь? Я вот это хотел прокачать, не прокачалось, потому что столько нужно обсидианового стекла на эту дрянь. Просто не представляете. Кстати, кираса неплоха под этой тряпкой. Нормально, сойдет. А я думаю, что очень даже неплохо. А, значится так. А, давай, наверное, а это что такое? Исследователь пещер я выполнил. Вернитесь к связному в Кире, что в Факиде. Да ты чё? Конечно, возвращаемся, вообще даже не думая.
Итак, мы переместились. А, по-моему, это где-то вот там, на берегу. Кстати, давайте, наверное, посетим дом олимпийца. А, может быть, у этого хренососа там есть что-нибудь интересное для нас? Ну, за орехалки. Потому что орехалков у меня, кстати, полно. Проверьте меню снаряжения, у вас есть снаряжение лучше, чем надето на вас. Идите нахер. Так, что ты там продаешь? Давай побазарим. А, друг мой, ты снова почтил меня своим присутствием. Я очень рад. Да я тоже рад. Твоя лесть не работает, Саргон. Я просто люблю, когда люди улыбаются. Это важно. Время-то тяжелое. Какое что нахер у тебя тяжелое время? Для многих война – это образ жизни. Сидит, торгуется, какие-то орехалки на берегу. Ты соблюдаешь нейтралитет? Ходит голый. Конечно. Я не выиграю от чьей-то победы и не хочу терять покупателей. Умный купец всегда остается в стороне. Давай ближе к делу. Не вмешиваться – это мудрый выбор. Я хочу жить, кто бы ни победил в этой войне. Эх, ты, ладно, скотина, покажи мне свой товар. Давай, да, показывай, что у тебя там. Итак, что у него здесь? Ботинки бойца. Прикольно, 36 уровень. А можем, конечно, их купить за 40. А это что такое? Пегас. Особые члены команды. Да. 6% селяк. Я не думаю, что это мне интересно, честно. А можно купить, между прочим, вот это говно и вот это говно. Давай олимпийский дар купим. Посмотрим, что дадут на шару. А, коса. Коса, блядь. Ну вот нахуя она мне нужна была? А ладно, коса так коса. Хрен с тобой. Я вот эти ботинки, наверное, прикуплю, потому что у меня... ботинки нужно прокачивать. А нахрена еще орехалки? Давай покупаем. Все, ништяк. Я купил какие-то ботинки гребаные. А, значит так. Давай сразу на них посмотрим. Давай-давай, открывайся. А, значит, у меня 34 уровень, а вот эти 36. Но, слушайте, ну что за подстава? Во-первых, они какие-то потрепанные. Это раз. А, во-вторых, почему-то они всего лишь на 14 лучше, чем у меня. Ну, если я, конечно, нанесу гравировку, то будет поблотнее. Да? От посохов. Да нахер. Да ну в жопу. Не буду я их одевать. Пригодятся потом. Мне пригодятся, так пригодятся. А давай вот эту вот хиромантию всю разберем. Дешманскую. За них все равно много не получим. Все, вот это вот. Да-да-да-да. Даже вот эти поплотнее выглядят, да? Не, короче, отдайте мои. Все, спасибо большое. А, так, давай разберем здесь всякий хренов просто бесполезный инвентарь. Что еще разобрать здесь? Вот это вот просто дешман. Весь дешман в топ. Так, что там? Что я разбирал-то сейчас? Наручи разбирал? Даже не запомнил, приколи. А, вот еще говно надо разобрать. Сейчас разберем, это не проблема. No problem. Так, а по ножи тоже там все разобрались, да? Так, что с оружием? Тут, по-моему, тоже всякого говна хватает. Вот это копье. Оно, кстати, вообще какое-то... Просто никакое, я бы сказал. Так, что еще тут у нас? Денег что-то маловато, вам не кажется? Так, ладно, 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 ладно. Хорошо, а, допустим, 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 допустим. А может быть сразу вам продать мы можем только кузнеца, мать вашего. Так хотел. Давай сначала с оружием разберемся, у нас потому что 36 уровень и осталось чуть-чуть до 37-го. Я думаю, если мы сейчас с этим типом поговорим, у нас 37-й будет, и мы вообще ничего не прокачаем. Чем могу быть полезен? Ты мне можешь быть полезен всем. А сначала я у тебя что-нибудь куплю. Вот, обсидиановое стекло я у тебя в любом случае куплю. Этого говна всегда не хватает. На пятак купил, приколи. Че, железо? Нет, давай шкуры.
Сейчас и шкуры куплю, конечно. Все шкуры. Так, значит, что дальше делаем? А делаем все просто. Всегда рады. А, блять, продать же нужно было нажать. Ну что такое, а? Что-нибудь продать. Показать? Нет, продать хочу я. А вот это продаю. Что здесь у нас? Посохи гребаные. Продать. Мне бабло нужно. Нужно очень много бабла. Топор нахер продать. Это тоже продать. Слушай, как много всякого говна. Это можно, конечно, все разобрать и получить еще стекло обсидиановое. Но, по-моему, обсидиановое стекло отдается за эпические хрени. По-моему, так как-то. Может, я ошибаюсь, конечно. Ну и ладно, ошибаюсь, и хрен с ним. Но все равно много не дают. Дают там вообще по одному обсидиану. То есть вообще никак. Лучше продать. Лучше потом напасть на корабли, расхерачить их, забрать у них обсидиановое стекло. У них, кстати, где-то по 40 кусочков обсидианового стекла-то есть. Так, уже 16 тысяч. Что тут еще говнястое? Вообще дешман. 200. Посмотри. Все по 200. Какой-то фикс прайс прям. О, это подороже. Нет, тоже 200. Так. Давай, ну давай продаем. Че уж мелочиться-то, а? О, это вообще, смотри, дисконт. Меньше 240. Обалдеть. Кстати, у нас же тут еще говна полно. Посмотри. Продать, конечно. Это чья-то рука. Нахрена кузнецу рука? Не знаете? Так, давай мне бабло давай. Так, продать. Офигеть. Вот дешман, а. Вот мусора у нас с тобой. Офигеть просто. Интересно, кому глиняная чашка нужна? Или сосуд с медом по 12? Обалдеть. Кстати, вот амфоры, наверное, по-моему, дорогие. Ага, пиздец, какие дорогие. Нахрена вот это все нужно? Бля, я долго буду продавать, да? Так, давай вот эти, по-моему, подороже. Куриные яйца. Даже куриные яйца дорогие, обалдеть. Вот, по 7. Отлично. Это что? Рога по 8. Это что, по 9? Хорошо. Слушай, ну я долго буду продавать все это, да? Ничего такого дорогого-то супер. Хотя есть вот клык рыси. По 37. Кабаний клык, кстати, очень дорогой. А вот это я не продаю, сведения наемники. Я это продавать не буду, наверное, бог с ним. Хотя мы можем много заработать, но я оставлю это на черный день. Ладно, у нас, в принципе, 21 тысяча. Думаю, достаточно. Так, что можно улучшить? Можно улучшить меч легендарный. Да ладно. Не, хер вам, не буду ничего я вот здесь улучшать. Во-первых, мне нужно сразу копье улучшить. Это в первую очередь я сделаю. Мне насрать, сколько у меня останется. Так, это коса, во-первых. Не копье, а коса у меня. Окей, хорошо. Так, что еще можно? Так, здесь ничего нельзя. Башку. На башку много надо всего. Так, хорошо. Это я тоже не могу, да? И это не могу. И это не могу. А что я могу-то? О, по ноже. Легко. А легко, просто и непринужденно. Отлично. Меня это вполне устраивает. Так, что-то я еще хотел посмотреть здесь. Гравировка, может. Давай гравировку посмотрим. По-моему, у нас с гравировочкой-то траблы могут быть. Итак, здесь есть вот урон животным, аж пятак. Аж пятак, понимаешь? Ты понимаешь, что пятак урон животным? Но я думаю, что мы оставим плюс 20 пинок спартанца, 15% от огня, а тут все по 20. Выстрел хи... Не, ну, несерьезно. Давай далее. Что-то... А, смотри, какая у нас есть приблуда. 36 уровень, между прочим. Ну и хер с ним, они мне не очень интересны. Так, что у нас здесь? А вот, 5... Я что, недавно прокачивался, что ли?
Наверное, когда пошел убивать критского быка, я прокачался. Вот, пожалуйста, внизу 25 урон животным. Ну, я думаю, что я и оставлю, не буду я ничего менять здесь. Так, далее. А что здесь у нас? 20 огня, 15, вернее, огня, 20 урон губительный. А, отлично, все хорошо. Оставляем так, как есть. 34-й. Не, я. Мне вот это больше нравится. Так, плюс 9, там 3. Угу, урон убийцы. Не знаю. Может, возьмем, может, прокачаемся в урон убийцы? Давай башку прокачаем. Прокачаем немного побольше голову. Так, что у нас здесь? Здоровье плюс 8. А можно урон воина прокачать? Не, так я оставлю. Ничего не надо. А здесь что? А, доспехи пирата-то у меня как раз-таки и нет ни хера. Ты понял вообще? Нет ничего? Да ладно. Че, может, урон животным поставим? Или плюс 8%? А, вот что я поставлю. В общем, показатель в броне. 24%. Неплохо. Неплохо. А так. Что-то мы долго уже здесь копаемся. Так, в общем, показатель брони у меня уже есть где-то. А может быть, вот что-то еще возьмем, урон убийцы. А, ну давай, хер с ним, урон убийцы. Думаю, так будет лучше просто. А то мы сейчас всю серию будем с тобой лутаться. А здесь урон животным стоит, 20% к невидимости, какой-то устойчивости, да похеру. А все, в принципе, все прокачано, более-менее. Ну, сейчас мы получим 37 уровень, смотри. Смотри, фокус. 100%. Тогда поговорим. Исследователь пещер пройден. 37 800 единиц опыта, смотри. Опа. Я же сказал, короче, 37 уровень. Все правильно мы сделали с тобой. А, давай здесь посмотрим, что можно прокачать. А можно прокачать. Вот что можно и нужно прокачать. Все. Все хорошо. Вот что ты вышел? Вот зачем ты нахер вышел? Подожди. А нам нужно с тобой переместиться вообще отсюда нафиг, с этого региона. В Ватике, кстати, какое-то задание. Что это такое? Тест на гражданство. Нахер нужно. Так, Ватики. Давай на задание посмотрим. Значит, все задания у нас есть. Глаз космоса, ля-ля поля, улучшит копье, ослабление. Ну чё, вот это вот, наверное, мы и возьмем. Ослабление, смерть и хаос. Чё здесь ещё-то? Волк, 36 уровень. Где Ликаон? Вообще не знаю. Ликаонии, где это, вообще не понимаю. А ладно, насрать. Так, довольно красного, чё это такое? Уничтожьте корабли Спарта, 25 штук. Не, это я потом займусь. Минотаврические подвиги 14. Кстати. Нет, это я в отдельной серии пойду. Давай, значит, так. Перемещаемся куда? А вот сюда-то мы с тобой и переместимся. Ну и отлично, мы переместили. О, блядь, ты что так прыгнул-то вообще, непонятно. Так, здесь где-то было прям вот рядышком задание, которое, кстати, вот. Все. А, нужно поговорить на симпосиуме. А, с Мирин, давай с ней поговорим. Парус нужно остановить. Ты что, не слушаешь? Это опытный убийца. А, она же с нами. Не показывайся на людях. Погибнешь. Я это понимаю. Но меня должны увидеть. Пропагандист поработал на славу. Иначе Парус не победить. Уже слишком многие погибли. Прошу, уезжай отсюда. Аспасия, откуда ты тут? Алексиус, подыграй мне. Каким образом? Я вас прервал. Прошу, продолжайте. Так увлекательно. Я пришла сказать твоей матери, что ее ищут убийцы из культа. А здесь она на виду. А я говорила о Спасии, что иначе мне не заручиться поддержкой жителей.
Мне убить солдат культа? Этого мало. А, как мало. Без доказательств никто не поверит в вину Пароса. Но мы докажем. Конечно. Спасибо. А я буду здесь. Заручусь поддержкой. Осторожней, они опасны. Знаю. Я уведу ее отсюда. Откуда? Куда? Где искать? Какие-то... Бля, вообще столько вопросов, действительно. Не думаю, что убийцы признаются, на кого работают. Пожалуй. Нужно что-то надежней. Уверена, ты справишься. Подскажи, где мне начать поиски? В пещерах под горой Зас. Культисты одержимы своим мистицизмом. Чего еще от них ждать? Ну, короче, не вопрос, конечно, пошли в пещеру. С радостью вам помогу. Увидимся позже. Хорош уже базлать, пошли в пещеру. Ну и чё? Будет проявляться-то? Задания нет? Чё за прикол? Я не понял. Ну, подожди. Подожди, наверное, просто я эту область... Отвали. А я, наверное, эту область просто еще не открыл, поэтому ничего не появляется. Ну-ка. А, ну вот, точно. Ох, а почему оно так не появилось-то? А значит, убийцы прячутся на Наксосе. А возможно, они укрываются в пещерах к северу от бухты. Подожди. К северу от бухты какой? Бухты Зевса. А вот бухта Зевса, вот север, вот как раз-таки точка обзора. Пещера. Все ясно, погнали. Интересно, почему не проявилось у меня это задание? Что, найдена новая область? Что, опять здесь какие-то козлы бегают? Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Да не надо нам сюда вообще пока, подожди. Нет, мы потом, когда обратно возвращаться будем, когда делать нехрен будет. А вломим им пиздюлей, да и все. Так, где моя лошадь? Как всегда, он отстает просто по черному, ты понимаешь? Да все уже нам-то мне не нужен. Прискакал, блядь, когда я уже практически дошел. Святилище горы Зевс. Это хорошо. Сейчас я быстренько посещу вот это вот. У-у-у, смотри, шкура. Шкура, 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 шкура. А вызвать икаров. Сейчас вызовем. Сейчас я вот. Ну куда я по башке ей? Ну жду же, Икар. А два охотника лучше. Кстати, что за глюк, Икара не видел. Так, нажмите, значит, посмотрите. Вот в пещеру, они там. Это хорошо, что они там, давай отметим все здесь сначала. Так, все что ли, Икар? Наверное, все, но если что, там уже на месте разберемся. Блядь, бежал, а? Сейчас я сначала посещу точку обзора. Это неотъемлемая часть вообще. Давай. Та-да-та-да. Красиво. Мать его за ногу, а. Сейчас бы там оказаться, а не, блин, вот не посреди осени. Так, ладно. Пошел я вниз. Нам вниз. А если я спрыгну, то я куда попаду? Подожди. Попаду в какую-то, кстати, яму. А может быть, это еще один вход в пещеру? Ну-ка. Ну, если что, поднимусь. Я ж... Хрен там тебе, а не вход в яму. Это просто бассейн. Понятно. Ладно. Спасибо. Спасибо большое, что я спрыгнул оттуда. Да что ж такое-то, а? Холодное мороженое. Что-то на горло давит. Так, ладно. Зря спрыгнул. Ну, я хотел спрыгнуть, я и спрыгнул. Так, там где-то вход у них я видел. Тихо, это орехалка, что ли? Точняк, орехалка. Прикинь, я его даже не заметил, я его только услышал. Я его не видел, я просто его услышал. Отлично. Далее. Шо? Да что ж такое-то, а?
Крепость Алоадов. Чё, блядь? Алуда, Алуад. Нельзя было попроще какие-то названия придумать, я их не могу никак выговорить. Так. Орехалк? Прям какой-то сегодня праздник, одни орехалки. Так, я что-то, по-моему, промахнулся немножко. А где вход-то, мать вашу? Не, ну это нереально, что за фигня? Почему входа нет? Может, я что-то не так понял? А, вон вход. Все, понял. Я почему-то думал, что нужно нырнуть именно и там найти вход. Не знаю, с чего я это решил вообще. Без понятия. Да залезай ты быстрее, ну что ты помедленно. Так, найдите сокровище. Сейчас найдем. Сейчас найдем сокровищ культистов, оккультистов. Давай, область исследования. Посветите, говорит. Я не буду светить, я спалюсь нахер сейчас. Они же, конечно, культисты-дебилы, но не слепые же. Так, бери. Почему ты спрыгнул? Здесь бдительные стражники. Здесь очень темно даже, я бы так сказал. Причем тут бдительность вообще? Так, можно сюда, нельзя, здесь проход закрыт. Но здесь какая-то херня висит, железо, хорошо. Продолжаем путь по темным лабиринтам. Да ладно. Культисты, оккультисты. Последователи. Бля, он даже не увидел, как я спрыгнул. Долбоёб. Насрать, короче. Разберемся с ними просто так. Да-да, беги ко мне, беги. Ага. Подожди, а почему это... Кстати, у них почему-то афинские одежды. Да, блядь, хватит меня бить. За это ты умрешь. Я это слышу каждый день. За это ты умрешь, за это ты умрешь. По идее, я уже должен быть просто гниющим трупом. Так, собираем все, что здесь есть. Ебать, тут много всего-то. Почему-то все вообще спрятано непонятно где. Так. А, ты не сдох, что ли? Да! Вот мое упущение, прости. Давайте добьем. Прям в голову. Ну, повернись. Хорошо. Хедшот, и больше человек не мучается. О, стекло. Круто. Ух ты! А вот это будет поблатнее, чувак. Найдите убийц и расправьтесь с ними. Ух ты, какая красотища. Не, вот так вот. А это кто там рядом? Опа! Ну, может, одного сначала угробим стрелами. Да хватит бегать. Слушай, какой он неубиваемый. Все, я иду за тобой. Да что ж такое-то? Словил, да? На, вот тебе еще. А, кстати, интересно, а можно его не убивать? Да ладно, не маши так сильно. А то еще поранишься. Хорош так махать, говорю. Бля, все-таки ударил меня, ты понимаешь? Я ж предупреждал. Вот так вот. Дай я на твою рожу посмотрю. Деньги. На всех печать Параса. И письмо. Зашифровано. А зашифрованное письмо, да и хер с ним. Так, давай заберем отсюда сокровище. Опа-на, клыкастый лук.
Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Слушай, как я рад вообще, ты просто не представляешь, вообще. Смотри, какой лук. Меня он радует. Самое главное его теперь не просрать. Урон от яда заменяет обычные стрелы на отравленные. Да ты чё, вообще прям красавец, а не лук. А давай пока я возьму вот этот, пробегусь с ним. Что еще добавили? Какую-то херню еще добавили. Здесь что-то больше нет ничего, да, снаряжения. А, вот. Кусочки нашел какой-то, чтобы там найти какие-то приколы. А, я пока это искать не буду, вы же понимаете, для чего, почему. А я это не прохожу по одной простой причине. Вот один нечаянно нашел, чтобы потом просто выложить в отдельной серии. Вот и все. Мне это нафиг не нужно, в отдельной серии выложу, кому интересно будет, тут посмотрим. Итак, значит, что нам нужно? Нам нужно обратно вернуться к Мирин. Хорошая идея. Да, хорошая. А что ты вынул-то? Все, здесь никого уже нет. Посмотри, одни трупы валяются. А, друзья, я на самом деле предлагаю на этом на сегодня закончить. Возвращение к Мирин мы оставим на следующую часть. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.